50 невероятных фактов обо всем на свете. Самое распространенное имя в мире – Мухаммед. Большинство людей проводит около 3 часов в течение жизни под водой. В Кении более половины населения составляют люди до 15 лет. В Шотландии рождается больше рыжих, чем в любой другой стране мира. Большинство мальчиков рождается днем, большинство девочек – ночью. Мужчины смеются дольше, громче и чаще, чем женщины. Мужчины выделяют на 40% больше пота, чем женщины. В любой момент времени 0,7% людей на Земле пьяны. В среднем в день человек делает 18 тысяч шагов. 80% долгожителей, доживших до 100 лет, женщины. У однояйцевых близнецов разные отпечатки пальцев. Транссибирская магистраль проходит через 8 часовых поясов, начиная от Москвы и до конечной точки в Пекине. Человек моргает 10 миллионов раз в год. 40% американцев никогда не посещали стоматолога. Эскимосы никогда не делают то, что считают рискованным. Каждые 3 секунды на Земле рождается ребенок. В течение жизни мы съедаем около 27 тонн пищи, что равно весу 7 слонов. У горожан больше волос в носу, чем у деревенских жителей, и эти волосы у них толще и жестче. Весной дети растут быстрее, чем в другие времена года. Мальчики, которым дали необычные имена, с вероятностью более 50% будут иметь психические проблемы. У девочек такой взаимосвязи нет. Дети, которых вскармливают грудью, вырастают более худыми по сравнению с теми, кто рос на искусственном питании. Каждый 3-й человек на Земле не может хрустеть пальцами. Москва является первым городом в мире по количеству миллиардеров, поэтому она имеет статус самого дорогого города в мире. Американцы тратят на кошачий корм больше, чем на детское питание. Человек по имени Чарльз Осборн безостановочно икал 69 лет. Занятый тяжелым физическим трудом, взрослый мужчина выделяет 4 литра пота в сутки. Вероятность родить близнецов у женщин увеличивается после 35 лет. После этого возраста двойню рождает одна женщина из 27. После 50 шансы на рождение близнецов составляют уже 1 к 9. 90% женщин после входа в универмаг поворачивают направо. Каждый месяц в мире 2500 матерей бросают своих новорожденных детей. Самая опасная работа в США – ловля крабов на Аляске. Московское метро является самым быстрым в мире. Поезда в нем запланированы на каждые 90 секунд в час пик. Все дети рождаются дальтониками. Озеро Байкал в Сибири является самым глубоким озером в мире. Все крупнейшие реки мира – Волга, Дон, Днепр, Енисей, Урал, Обь, Ганг, Оренока, Амазонка, Темза, Сена и Одер – должны течь почти год, чтобы заполнить бассейн, равный по объему озеру Байкал. Россию и США разделяют всего 4 километра. 29% женщин в течение жизни тратят больше времени на выбор обуви, чем на выбор спутника жизни. Австралийские женщины чаще всего занимаются сексом на первом свидании. В Северном Таиланде есть школа с отдельным туалетом для учеников-трансвеститов. На медали Нобелевской премии мира изображены 3 голых мужчины, положивших друг другу руки на плечи. У Моны Лизы нет бровей. В эпоху Возрождения во Флоренции модницы сбривали брови. В Японии вполне в рамках приличия назвать чужого ребенка «жопа» или «проститутка». 23% поломок ксероксов в мире происходит из-за того, что люди садятся на них, чтобы отксерить свою задницу. Чтобы продать дом быстрее и дороже, достаточно покрасить его в желтый цвет. Мужчины, которые целуют по утрам своих жен, живут на 5 лет дольше тех, кто этого не делает. Игрушка йо-йо появилась в 16 веке на Филиппинах в качестве оружия. Печенье с предсказаниями изобрел в 1920 году психоаналитик Карл Густав Юнг. В ЮАР самый высокий показатель нападений, изнасилований и убийств с применением огнестрельного оружия в мире. В США в процентном отношении граждан сидит в тюрьме больше, чем в любой другой стране мира. В Швейцарии зарплата школьного учителя начинается с 33 тысяч долларов в год. 70% мужчин и 57% женщин ежедневно принимают душ. В Боливии 5400 сотрудников военно-морского флота, при том, что страна не имеет выхода к морю. Ну что ж, на этом у меня все. С вами был профессор Гуглов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся.